Всем привет! Меня зовут Елена, и вы на моем рукодельном канале. Сегодня мы поговорим о оформленных работах, которые оформили совсем недавно, этой осенью. У меня был грандиозный марафон по оформлению и даже по переоформлению. Приглашаю! Ребята, всем привет! Сегодня у меня видео о оформленных работах. Я давным-давно планировала показать вам это видео и даже делала зарисовки из разных кусков моего дачного пребывания. Но, тем не менее, те отрывки я, видимо, вставлю уже в большую часть видео, которая, например, выйдет в конце ноября. Пускай это будет как влоговая часть. А сейчас сниму все-таки отдельное полноценное видео, посвященное оформлению каждой работе. Перед вами вы видите серию. Это три работы, которые я вышивала по дизайнам Анны Кир. И каждая из них получилась уникальной, потому что каждая из них вышивалась на отдельном красивом специфическом цвете основы. То есть не такой базовый белый или базовый кремовый, нами любимый, часто используемый, но также самое важное, что эти работы нужно было как-то подчеркнуть и преподнести их интереснее. Каждая работа получилась уникальна. Например, каждая из них оформлена в специфическую рамку, которая называется киот, то есть специфическое углубление. Это такое углубление, которое необходимо для того, чтобы объемная вышивка, которой здесь много, и бусины, которые здесь тоже присутствуют, могли свободно свисать, не быть придавленными к вышивке, к крестикам. То есть получается там расстояние не меньше сантиметра между стеклом и самими шовчиками, бусинами, которые там есть. Я сейчас выйду из кадра и буду вам рассказывать поподробнее, потому что это последняя вышивка, которую я вышивала, и дизайн называется «Кружева и розы». Я хотела также взять, например, линейку, чтобы показывать вам, рассказывать про толщину багета и высоту рам, например. Все рамы здесь деревянные. Стоимость, конечно, не маленькая. Но так как мне хотелось преподнести эти дизайны максимально интереснее, максимально красивее, я копила деньги на их оформление в более выгодном таком варианте. Давайте рассмотрим вот эту первую центральную работу. Та самая работа, которая называется «Кружева и розы». Прекрасная работа, мне она очень нравится, я рада, что вышила ее, что решилась. Долгое время откладывала. Откладывала не из-за их сложности, именно объемной вышивки, а откладывала из-за того, что здесь белыми нитками вышивать надо. Это такой монохром, который, возможно, утомлял бы именно как монохром, но меня утомляла вышивка белыми нитками. Белые нитки заметнее всего ложатся неровно. Если, например, когда мы вышиваем цветными нитками, то мы видим эти нитки, они как-то отвлекают нас цветом. Белые же нитки, они максимально заметны, их ровность, как ложатся стежки. Соответственно, здесь были сложности. Есть большое подробное видео конкретно об этом дизайне, об этой большой белой вышивке и со всеми даже мастер-классами по конкретным розочкам, которые там вышивались. В работе присутствует бисер, вышивка объемная и вот бусины, которые есть внизу этой работы. Вышивка классная. Если мы возьмем оформление, то вы заметите, что, например, вот та правая работа, это на зеленой ткани вышитая, это весенний сэмплер. Здесь два сэмплера из годового большого сэмплера, годового такого плана, осенний, вот слева на бирюзовом, вот я про вот эту работу говорю, да, тот весенний, зимний у меня даже схемы нет, а вот летний сэмплер у меня есть схема, однажды я тоже его вышью. А вот это вот дизайн именно кружева и розы, это просто отдельный такой сюжет. Когда я оформляла, отдавала на оформление, я выбрала тот же самый багет, тот же самый узор на багете, как и на весеннем. То есть эти багеты одинаковы. И давайте я вам скажу их ширину. Сейчас я замерю, потому что я, ребята, не замеряла. Ширина багета 5 сантиметров. Кружева розы самая высокая. Она высоту уже в оформленном состоянии 47 сантиметров. А вот эти другие работы гораздо меньше. Правая и левая работы, а вот эти боковые работы, они высоту примерно по 40
41 сантиметр в высоту. Мне нравится, как получилось. Я не стремилась создать у них одинаковость рам. Просто вот к этим кружевам просились именно рамы, в которых почти те же кружева. И вы знаете, я была уверена, что в цветовой палитре весенний сэмплер на зеленом фоне и кружева и розы будут в одном тоне рамы. Когда я выбирала, мне казалось, один и тот же цвет. Но, как видите, здесь, и когда я уже на стену повесила, я увидела, что рамы по тональности все-таки разные. И это здорово, потому что действительно, есть какая-то изюминка, все-таки рамы максимально близки по настроению, по оформлению к каждой работе индивидуально. Давайте я чуточку ближе подойду и покажу вам все радости и прелести оформления в Киот. Отражаются лампы, поэтому простите, пожалуйста, я настраивала максимально освещение, чтобы это освещение помогало нам увидеть лучше работы. Так выглядит в оформлении этот дизайн. И тот самый вариант Киота, это то, что видно вот в глубине, вот здесь, в глубине, там примерно сантиметр, а может быть сантиметр и 3 или 2 миллиметра, то есть там большое расстояние, и поэтому бусина легко покачивается, вот так вот, видите. Эти работы не висят здесь на стене, они висят вообще совершенно в другом пространстве, они висят на лестнице в доме, но сюда я их перевезла для того, чтобы вам их показать, вот, как оно может быть на стенах, где есть обои, потому что в том помещении у меня там однотонные стены. Вот как раз вы видите багет, как тон багета совершенно по-разному подходит к этим работам обеим, здорово. Очень довольна всеми этими вышитыми моими работами, они максимально интересны, они научили меня многим шовчикам, которые я раньше побаивалась делать. Если вы видите отражение света в вышивках, простите, пожалуйста, я просто, когда буду перемещаться, буду стараться переместиться так, чтобы все-таки свет отражений ламп не попадало. Так, это у меня здесь большая лампа, поэтому ее верхушка вам видна на фоне вышивки. Видите, этот багет совсем другой, но он очень подходит конкретно к этой работе. Он максимально передает ощущение осени, сказки, осенней красоты, осенней листвы, осенней золотистости. Вот так. Здесь у меня была когда-то такая, как когда я вышивала, я не так свободно пришила эти бусины, поэтому у них не получается свободного падения. Они иногда от перемещения, видите, их, если потрясти хорошо, они там более вот так вот ложатся. А если их переносить лежа, то они вот такими горизонтальными, они вот свисающими получаются. Ну, я к этому отношусь нормально, такое может быть. Так, ну вот если еще раз мы идем к этой вышивке, вы видите, как здесь бусина висит свободно. И возвращаемся к вот самой первой весенней. Здесь тоже бусины свисают, но они все же более плотно. Все же более плотно, не так как в свободном падении последняя вышивка. И там одна бусина совсем свободно свисает, не так плотно. Здесь такой, видите, более пышный, яркий букет, он многоцветный. А здесь желтый цвет, он максимально такой счастливый, радостный, очень люблю желтый цвет. И в вышивке он придает мне счастье. Вообще желтый цвет мне ассоциируется с счастьем, радостью, солнцем и просто счастливыми моментами. Цвета оттенков ткани я не помню. Вот здесь, по-моему, был 778-й. Здесь... Так, сейчас я встану вот так. 500. Ну, это все Белфаст, да. А зеленый не помню. Давайте я оставлю все. На каждое, вот каждому этому сюжету есть отдельный ролик, где вы можете посмотреть все отшивы. Даже где-то были мастер-классы. Я очень довольна оформлением. Оформляла все, именно три эти работы, оформляла в центральной багетной мастерской. Ребята очень здорово, оперативно оформляют, креативно подходят к оформлению разных дизайнов. И моя вам рекомендация, если вы оформляете что-то на таких цветных основах, обязательно поищите подложку снизу, чтобы она подчеркивала цвет основы. Я, например, к каждому этому сюжету покупала в художественном магазине бумагу похожего оттенка, как вообще вот именно и к зеленому, и вот этому серому посерединке.
И вот к этому синему покупала всем, каждому подходящий нужный цвет. И тогда основа передавалась лучше, потому что если, например, ставишь белую ткань под низ, как вот подложечку, то основа более светит, она теряет свою сочность. А если подбирать необходимый цвет, работа выглядит максимально эффектно, максимально интересно. Взяла себе на заметку, и все время, когда планирую идти оформлять что-то особенное, то подбираю такие интересные подложки из художественных магазинов. Давайте я поменяю теперь вышивки и покажу вам другие оформленные работы. Следующая моя оформленная работа, моя любимая оформленная работа в последнее время, это гранаты. Гранаты, которые мы вышивали в совместном проекте большой компании. Это назывался совместный проект «Гранатовый СП», который проходил в Инстаграм. И вас большое количество, кто принимал участие. Я благодарю за то, что вы откликнулись на мой такой призыв вышивать этот сюжет. Дизайн от Donna Vermilion Jump. Прекрасный гранат. Ветка граната, на котором есть плоды, разрезанный плод и также цветы. Дизайн лежал какое-то время неоформленным. Я не могла никак решиться, как мне его оформить. И я не могла никак придумать, хочу белую, темную раму, в шкатулку или просто на стену оформление. Поэтому дизайн немножечко полежал, отлежался. И вот теперь он максимально такой, знаете, романтичный, женственный. Я очень рада, что я его оформила, так как он смотрится просто здоровски. Здесь также музейное стекло, деревянная рама, узкая деревянная рама. Здесь не больше 4 сантиметров в высоту сама рамка. Здесь без киота, здесь обычное оформление. Видите, как здорово передает музейное стекло качество вышивки. То есть вы максимально прозрачно смотрите именно на вышитую работу. Вышивка совершенно не закрыта, никак не стеснена, никак не искажена цветопередача. Очень красиво все в целом, мне нравится. Рама с легкими такими потертостями. Это даже не золото, а просто какая-то такая легкая коричневатая патина, которая изящно передает объем и рельефность этой рамы. Вот такой милейший получился вариант оформления. Здесь моя помощница, которая помогает мне иногда, когда я вышиваю. Статуэтка от Jim Shore. Я знаю, вас кого-то удивило. Это такая красивая статуэтка. Производитель Jim Shore. Те же самые наши любимые снеговики, которые выпускает Милхилл в содействии компании с производителем Jim Shore. Так и есть статуэтки. Так вот, эта статуэтка и есть одной из статуэток компании Jim Shore. Видите, у нее наперсток на голове. Она такая изящная красотка. Сидит на катушке с иголкой, собирается заправить иглу и вышивать или шить. Ну, такая помощница помогает мне частенько на столе. Да, забыла вам сказать, что все эти работы с оборотной стороны, сейчас я вам их покажу, выглядят вот таким образом. Вот на канатике. Все работы на канатиках, и более большие, и более маленькие, все они на канатиках. Видите, здесь была глубокая рама, поэтому здесь даже такое вот было расстояние дополнительное. И есть печать центральной багетной мастерской. Вот так оформляют, сзади закрывают малярным скотчем, чтобы туда не попадала пыль. Мне нравится этот вариант. Мне нравится, что он не закрыт навсегда скобами. Бывают такие работы, которые закрыты скобами, и работу никак не вытащишь. А здесь такие обычные зажимы, как в фоторамках бывают, можно отодвинуть и посмотреть. Ну, честно говоря, мне не приходило в голову пока такое делать. А видите, сзади рама не прокрашена, только лицевая сторона ее прокрашена. Но мы видим, что это деревянная основа, что это именно деревянная рама. Мне очень нравится, здорово смотрится, стильная, красивая вышивка. Теперь готова меня радовать повседневно. Давайте следующую работу вам покажу. Она тоже небольшая, и поэтому мы ее здесь и покажем. Так, следующая вышитая работа – это дизайн от Терезы Когут. Дизайн, который я очень полюбила и решила вышивать его в этом году, когда возник небольшой СП в Вайбере в одной из групп. И поступило предложение вышивать дизайн от Терезы Когут. Я бросилась как в омут головой. У меня были все нитки, я взялась вышивать. И как я
как-то методично вышивал этот дизайн, и работа родилась достаточно быстро и оперативно. Мне понравилось вышивать здесь все. Есть подробное видео об этом дизайне, я много о нем рассказывала, было много вопросов. Да, эта работа вышита на 40-м каунте, она вышита в две нитки на 40-м каунте. Получилось очень объемно в плане зашивки. Конечно, 40-й каунт в две нити – это мощно, зато это тот результат, которого я хотела. Я хотела насыщенной, мощной картинки. И вы видите, как это получилось здорово. Мне нравится абсолютно здесь все. Мне хотелось его оформить вот в такую, знаете, раму, которая его еще максимально собирала, чтобы оно было такое четким, графичным. И этот четкий графичный узор получился создать с помощью черной рамы. Это абсолютно черная рама, которая уже однажды мной была использована. Я ей оформляла одну из вышивок. Давайте я это здесь вставлю. Это был павлин, который я вышивала в прошлом году от Dimensions, небольшой сюжетик. Ширина рамы 4,5 сантиметра. Мне нравится в этой раме абсолютно все. Она так красиво передает. Давайте мы ближе подойдем, и я вам покажу. Буду немножко трясти. Ну, так уж есть. Красиво очень передает вот это рифление, которое здесь есть, видите? Эти бусинки, которые по краям есть. Конечно же, стыковка бусинок может быть не идеальна вот здесь по углам. Такое возможно. Мне не хотелось переплачивать за стыковку. Частично оно хорошо. Два угла хорошо, а вот тут ну, не идеально. Я на это не обращаю внимания. Я больше смотрю обычно на вышивку. И это меня нисколько не, как-то не смутило. Музейное стекло. Вы видите, как здорово выглядит в музейке. Четко, ясно, никаких изменений цвета, ничего другого плохого здесь не видно. Да, кстати, хотела сказать, это именно эта рама, она легко теряет цвет. То есть, если ее так потереть, она, на ней остаются следы того, что она уже пожила, была использована. То есть, она становится такой, знаете, как раз под старинку. С краев этой рамы есть вот такие линии, видите, пожившие такие части, как будто бы, вот так это видно вам, ну, какие-то такие части рам, да, у меня там рамы в углу, видите, там вышивка у меня так живет в ожидании, когда я продвигать буду вышивать. Вот тут эти углы, стыки жившие, легко становятся пожившими. Но меня, опять же, это не смущает. Пока вышивка это не висит, оборотная сторона, опять же, вот такая. Натяжка на ниточку, да? Вот эта вот подвеска. В целом получилось здорово. Я любуюсь этой работой. Она стоит у меня возле телевизора на полке и в общей комнате. Всегда-всегда любуюсь этим вышитым процессом, проектом уже. Готовая работа просто очаровательна. Я очень ее люблю. Я счастлива, что я в этом году ее вышила. И всем рекомендую, ребята, вышивайте. Вы получите массу удовольствия от процесса и от готового результата. Но такой результат можно получить насыщенный, яркий, только благодаря вышивке в две нитки. Иначе работа становится более прозрачной, не такой сочной. Да, не такой сочной. Ну вот, еще одна вышита, готовая, оформленная работа. Давайте перейдем к следующей. Она пообъемнее, большая, поэтому мне нужно будет сменить опять экспозицию. Сейчас по центру вы видите мою прекрасную вышитую, готовую работу компании Анкор. Да, этот дизайн я вышивала, ну, года два назад. Полтора так точно. Это оригинальный набор компании Анкор. Называется кипарисы и пшеничное поле кипарисы, и я очень люблю эту работу, она потрясающе хороша, я так рада, что я ее оформила, она просто великолепна, я очень рада, что оформление так гармонично подчеркнуло прелести этой работы. Это деревянная рама, это очень дорогая деревянная рама, но это вклад в мою картинную галерею домашнюю. И я это понимала, поэтому работа какое-то время, вот полтора года, лежала вообще не оформлена. Я не знала, как ее оформить, я не видела ее в оформлении ни в один из дизайнов. То, что я находила в оформлении в интернете, оно было хорошо, но оно было не то, что мне хотелось. Это было не то, что я видела, не то, что я
надумала, не то что придумала, но визуализировать до конца я не могла. И придя в багетную мастерскую, я поняла, что мне необходимо что-то необычное. Такого, чего я не видела. И в данном случае вы видите перед собой, как получилось. Это большое, широкое, деревянное. Вот видите, большая, широкая деревянная рама. Здесь сантиметров 7,5 в ширину. Паспорту велюровая. И дальше деревянная такая вставочка. Вот эта вот часть деревянная. И сама рама, сама вышивка. Вышивка как раз здесь небольшая. Благодаря такому оформлению вышивка и сама работа выглядит значительно важнее, крупнее, заметнее, подчеркнутые. То есть она как выгоднее, да, вот правильно сказать, выгоднее смотрится, чем она до этого могла бы быть в других каких-то оформлениях. Мне нравятся вот эти вензеля, которые здесь по периметру всей вышивки. Получилось немножко грубовато, но это подходит. Вот этот вот стиль, эти вензеля вот перекликаются с вот этим витиеватым небом, этим завихрением, которое тут есть. Конечно, вензеля не идеально стыкуются по углам, но опять же я вам скажу, что я на это не обращаю внимания, и для меня это не есть дефект, вот скажем так. Я знаю, что многим могут быть вопросы, что так не должно быть. Да, это не идеально. Честно скажу, у кого-то могут быть вопросы. Кстати, я вот на это не акцентируюсь вообще. Я на вот эту работу не смотрю так близко, даже как вам сейчас показываю. Я смотрю на нее с расстояния метров 2, а то и 3. И она смотрится потрясающе. И вот этих вот стыковки углов вообще незаметно. Просто на это никто не смотрит, потому что смотрит только на вышивку. Только на эту работу. И она грандиозна, она прекрасна. Я, когда ее забирала, я была просто в таком, знаете, восторге, в таком впечатлении приятнейшем. Девочки, которые со мной забирали, они засняли целое видео не только об этой работе, но и еще об одной. И сейчас я вам также добавлю в экспозицию еще одну работу и покажу, как это смотрится в целом вместе. Ну что ж, ребят, я тут наградила с освещением, с лампами уже столько всего, чтобы максимально передать вам тот эффект, который виден мне. Вы видите, какие грандиозные две работы. Они смотрятся просто потрясающе. Эту вышивку, эту красивую работу, тоже по картине, по мотивам картины Ван Гога, я вышивала давно. Это ирисы. И ирисы, вышитые в крестике, которые были созданы компанией Lucas. Да, я вышивала эту работу лет так 5 назад. Это грандиозная, большая работа, вышита на 18 каунте в 2 нитки. Здесь 72 тысячи крестиков, и эта работа уже была однажды оформлена. Где-то у меня есть фотографии, я вставлю, как она была оформлена ранее. Тот вариант оформления, который был, он был хорош. Я даже его где-то показывала в видео, я где-то вставлю ссылку. Но это был совсем другой эффект от картины. Она была другой, у нее было другое впечатление, от этой картины было другое впечатление. Она не производила эффекта такого, как сейчас. Сейчас, когда я на нее смотрю, я получила то, что хотела, то, чего я ждала от этой картины. Грандиозности, мощности, эффектности. И вот эти две работы вместе, они висят в одной комнате, и они просто великолепны. Да, для того, чтобы развесить эти работы, я купила даже галерейную подвеску. Подвеску такую, чтобы оформить и развесить туда картину. Для того, чтобы все эти картины висели все в целом вместе, мне нужно вышить еще одну третью. О том, какая это третья будет, я еще размышляю. Но вот сейчас эти две картины висят на соседних стенах, не на одной. Только лишь ирисы висят по центру, так знаете, грандиозно, в центре внимания. А кипарисы висят на боковой стене рядом. Это не делает их незаметными, вовсе нет, но эффект в комнате потрясающе хорош, мне нравится. Ирисы, как видите, немножечко по-другому оформлены, рама абсолютно та же самая. Паспорту по периметру, оно отличается цветом, оно тоже велюровое, и тоже внутри есть то самое деревянная такая вставочка, как бы вам так вот чуточку ближе показываю, видите, тоже есть такая деревянная рамочка, вот так вот. Вот по периметру там такая рамочка есть. Пытаюсь показывать, но не хочу заходить в кадр, дабы не отнимать у картины вообще внимание.
смотрится сейчас вот так, как надо. Картина ожила, картина приобрела цвет. Из нее вытащили этот цвет, и она зажглась. Вот зажглась нужным цветом, нужным эффектом. Я очень ее люблю, и теперь эти ирисы такими, как мне виделось однажды, когда я их вышивала. Вот это была мечта моя, которая реализована, и я счастлива. Посмотрите, какие они, эти работы вместе, красивые. Конечно же, они не для этой стены. Здесь им некомфортно и непонятно. Возможно, сейчас искажаются цвета. Вот когда я приближала, цвета были идеально хороши. Сейчас цвета передаются, ну, совсем не так, как мне хотелось и как мне сейчас видится, потому что все это гораздо сочнее. Я вам вставлю картинку, как мы были в парке с девочками, ну не то чтобы в парке, в мини-скверике, прямо у центральной багетной мастерской, когда меня забирали из багетки. Осень настала, но у нас весна и лето. Полюбуйтесь, какая красота. Девчонки, вышивайте обязательно картины, которые напоминают вам ваши, наши всемирные шедевры. Каждому в дом по шедевру. Класс вообще, обалденно, посмотрите. Это все просто. Не, ну это поднять надо. О, я это подняла. Вообще. И вот так. Я. Вообще классно. Я была просто на седьмом небе от счастья. Картины неподъемные, тяжелые. Кстати, обе картины тоже с оборотной стороны на канатиках. Все так же, как и на этих маленьких работах. Давайте я все-таки войду в кадр. Тоже здесь канат, он мощный. За этот канат у меня висит он на галерейной подвеске. Видите, здесь есть печати. Дерево сзади не прокрашено, как видите, только лицевые и торцевые стороны прокрашены. И есть печать центральной багетной мастерской, наклейка о том, что это их оформление. А дорого было оформить, но это было мое просто реализованное капиталовложение, которое я хотела для этого проекта. Так, давайте все-таки чуточку ближе попробую подойти, и может быть мне удастся передать цвет, тот, который вижу я, потому что он очень уж хорош. Вот сейчас немножечко сонастроилась камера в телефоне, да, и вы видите, какая яркость, сочность. И теперь мы немножечко подойдем ближе, я вам покажу багет. И вот сам багет, который вы видите, теперь хорошо заметен, хорошо виден. На нем есть такие, я бы сказала, это не только эффект рисунка, это действительно есть такие потертости, червоточинки, как будто бы это все пошкрябано, поедено какими-то специальными инструментами. То есть все это по-настоящему пошкрябано. То есть вот она не гладкая, она реально пошкрябанная, состаренная, какая-то такая, видите, как будто вот гвоздями пошкрябанная. Это такой зеленовато-коричневый цвет. Сейчас оно вам кажется... Вообще цветопередача так прыгает очень сильно. Был еще такой более коричневый цвет, именно прям коричневый, рыжеватый, но мне этот зеленоватый показался более подходящим к этим обеим картинам, поэтому да, он именно вот таким и получился. Сейчас вы видите отрывки каждой из картин. К сожалению, по-другому ближе вам как-то получается сейчас какой-то рыбий глаз, конечно, в этом углу, но вот так выглядит. Картины сразу уменьшились, это стало как будто больше, та стала меньше, но на самом деле нет, вот эта картина в два раза меньше, чем та. Сейчас она в странном таком положении и выглядит, как будто бы они одинакового размера, но вот эта просто в два раза меньше, она вышла на 16 каунте, как по ключу, потому что это полностью по ключу. Эта картина вышла на 16 каунте, та на 18. Размеры у них, ну,
Вот это в три вышивка в три раза меньше, чем та, а то и в четыре. Но получилось очень круто. Так лампы отражают все, что могут, все, что хотят, высвечиваются. Я уже их там крутила, вертела, как только лишь могла. Но в целом просто потрясающее оформление. Мне очень-очень нравится. Все смотрится здорово. Я довольна. Спасибо Центральной багетной мастерской, что увидели, услышали мои желания и предложили такие красивые варианты оформления. Так что эти работы зажили красивыми новыми жизнями в оформленном виде и теперь повседневно радуют меня. И не то, что радует, приводит в восторг. Действительно, восторг. Я показала вам, наверное, все. Хотя, нет, не все. Есть еще кое-что. Вот буду держать в руках. Есть еще одна вышитая работа. Это сэмплер, который я вышивала тоже в этом году. Я его начала вышивать в гранатовом СП и только лишь недавно завершила. Есть у меня отдельное видео, даже не отдельное, есть в каком-то видео, я оставлю ссылку о том, как я вышивала эту работу. И я оформила ее в ту же раму, как у меня есть несколько дизайнов, оформленных в этой раме, которые вышивают, которые я о кофе разные там вышивки вышивала. Работа большая, она также на канатике. Так я не вижу вообще, что я вам показываю, но рассказываю. Как видите, она тоже в музейном стекле. Это вышивка деревянная рама. Но у меня в этом багете уже это она третья вышивка оформлена. Я очень рада. Здесь у меня основа парчмент. И был вопрос у меня, кто-то спрашивал, девочки. Я вам скажу, что цвет парчмент, он такой кремовый, маслянистый. Вот как сливочное масло, когда немножко тает. Вот примерно такой ее цвет основы. Не желтый, как чай. Как вот засохший пакетик чая, может быть, с местами. Я не могу объяснить, давайте я попробую вам днем показать, как это может быть выглядеть, с чем он может быть схож. У меня есть несколько вышивок, которые я вышивала, и они на разных основах, но цвета у них теперь получились одинаковыми. Хотя это купленный цвет парчмент, а там была мной крашеная основа флоба. Вот такая рама, классная, тоже тяжелая, большая получилась. Но мне нравится эффект простоты, этот такой красивый багет, он простой, несложный, в плане того, что у него есть резьба, но он такой, бортик у него легенький, без каких-то там завитушек, завихрений, просто лаконично, пошкрябанность легкая какая-то есть, которая добавляет изящество этой вышивки. Вот такая прелесть. Так, ребят, ну это точно теперь все. Я вас благодарю за просмотр этого видео. Напишите, что вам больше всего понравилось в оформлении, какие конкретно работы. Я обязательно вставлю кусочек, который я говорила. И все. Давайте на этом все, потому что видео получилось немножечко таким сумбурным. Я люблю более такие логичные видео. Тут как-то немножечко я создала такой хаос, во-первых, здесь вокруг меня. Вы даже не представляете, сколько всего тут перемещалось, чтобы ловко менять экспозицию, ловко менять вышивки местами, ловко все переставлять, чтобы создавать нужные композиции из картин. Будет еще одно видео о оформленных работах. Хотела добавить их сюда, но решила не смешивать. Там будут вышитые и оформленные работы, не мои вышитые работы, а вышитые работы моей свекрови. Я их обычно забираю в Киев, оформляю и потом ей отдаю. Они отличаются очень сильно от моих, но тем не менее, они пока у меня, мне интересно вам их показать. Вдруг вам будет тоже интересно увидеть подобные дизайны в оформлении. На этом все. Спасибо, что вы посмотрели. Спасибо, что вы смотрите все мои видео, особенно моим постоянным зрителям, кто смотрит, кто комментирует, кто присутствует на всех моих разных видео. Вы вдохновляете, вы помогаете, вы просто драйвите меня. Помогаете мне создавать новые идеи для видео, помогаете мне быть всегда сильной для новых каких-то идей. Я всегда читаю ваши комментарии, получаю посыл от вас продолжать создавать что-то интересное. На этом все. И обязательно жду вас в комментариях. Кто не подписался, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Мне будет очень приятно, что вы приходите ко мне на канал и остаетесь со мной. Всем спасибо и до новых встреч, ребята. Пока-пока.